лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение словам президента России Владимира Путина о ядерной войне. Он опубликовал произведение в Инстаграм. 18 октября Путин на заседании форума «Валдай» заявил, что Россия применит ядерное оружие, если кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом. Глава государства подчеркнул, что граждане России попадут в рай как жертвы агрессии и мученики, а агрессоры просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют. Ранее в том же месяце лидер Ленинграда посвятил стихотворение разрыву Русской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом, в котором объявил, что в жизни простого народа из-за этого конфликта ничего не изменится.